Друзья, всем привет! Меня зовут Руслан, компания Триолинк. На нашем демо-столе редкий гость. Это гостиничный SIP-телефон, который называется Fanvil H5. Давайте сразу его откроем, сразу включим. Его отличительной особенностью является наличие у него цветного 3,5-дюймового экрана, что является очень нетипичным решением для данной категории аппаратов. В коробке есть патчкор, шнур для соединения телефонной трубки с аппаратом, эргономичная, достаточно удобная и тяжелая трубка и сам телефонный аппарат в целлофановом пакете. Обратите внимание, что блок питания не поставляется. Выглядит вот так. Телефон поддерживает питание покоя, поэтому сразу после подключения к нему кабеля Ethernet он включается. Данный аппарат поддерживает один SIP-аккаунт. У него есть сквозной порт Ethernet, к которому можно подключить какое-то дополнительное сетевое устройство, например, телевизор. Он поддерживает полный набор голосовых кодеков, все современные протоколы и стандарты связи. Из функционала. Телефон умеет осуществлять удержание вызова, парковку, перехват, трехсторонние голосовые конференции, функцию интеркома. В телефон встроена записная книжка на 500 контактов. Под экраном расположены 6 контекстно-зависимых клавиш, которые можно настроить для быстрых действий. Например, вызов ресепшн, вызов рум-сервис, вызов клининга, будильник, кнопка SOS и звонок менеджеру отеля. С точки зрения эргономики телефон очень удобен. На его лицевую панель вынесены все нужные функции, которые требуются при эксплуатации телефона. Здесь есть кнопки регулировки громкости звука, кнопка выключения микрофона, мьют, кнопка громкой связи. Для индикации наличия непрочитанных голосовых сообщений есть светодиодный индикатор. И на правом торце телефона есть порт USB, который может служить для зарядки мобильных устройств. Телефон обеспечивает звук в HD-качестве с широким диапазоном. Внутри трубки установлены качественный микрофон и динамик с функциями шума и эхоподавления. Единственное, чего не хватает данному аппарату, по нашему мнению, это возможность закрепить его на стену. Это строго настольный телефонный аппарат. Но, с другой стороны, его установка на стол действительно очень надежна. То есть сдвинуть его можно только с большим усилием, поскольку он обладает утяжеленной к низу конструкцией и прорезиненными противоскользящими ножками для надежной фиксации на поверхности стола. Данный аппарат предназначен для установки в гостиничных номерах повышенной комфортности, поскольку его дизайн и функционал соответствуют люксовому классу. Телефон совместим с практически всеми современными IP-ATS. Прошел сертификацию на совместимость с IP-ATS 3CX, Asterisk, Octel и Yastar. Лицевую панель телефона можно брендировать по индивидуальному заказу. Минимальная партия для заказа брендированных телефонных аппаратов составляет 500 штук. Стоимость данного аппарата в розницу составляет чуть более $100, что вкупе с его стильным современным дизайном, широкой функциональностью и, опять же, необычным для данного класса устройств цветным, напомню, экраном, одним из наиболее удачных выборов по соотношению цена-качество. Всем спасибо за внимание, всем пока!